За один заброс у нас уже вот столько рыбы. Ну вот таким образом ловим окуня. Видите? Супер просто. Вот такой окунишко, ребят. Пусть он не очень большой, но зато очень здорово его ловить таким вот методом, как мы ловим его. Есть. Очередной полосадик. Ну вот, местные рыбаки хотят передать привет. А ну, синицы и птицы песенки поют. Мы деревья обрезаем и делаем уют. Вот так и выживаем, вот так и выживаем на окунях. На окунях. На 1000-гривневой купюре должны быть изображены окуни. Окуни, да. Вот это, вот это правильно. Сейчас мы поймаем живца для того, чтобы ловить окуня. Чтобы поймать живца, самый оптимальный способ сейчас это обычный подсак рыболовный и ведро, чтобы его хранить и перевозить. Сейчас рыбка стоит возле берега, так как был приморозок, и ее хорошо видно. Поэтому я вам сейчас покажу, как ее поймать еще раз. Ребята, если хорошо смотреться в мелководье в этом месте, вы найдете обязательно живца. Сейчас я вам постараюсь его показать, несмотря на то, что сейчас вода сильно блестит, но живец все-таки есть, вы его должны видеть. Смотрите, вот он, живчик наш. Видите? Вот. Стоит вверх воды за счет того, что на улице холодно, был приморозок, и вся рыбка мелкая вот стоит вверху. Вот это вот самый большой плюс ловить живца сейчас. Очень просто взял подсак, начерпал, и ты с живцом можешь свободно просто ехать ловить окуня. Вот видите, сколько я поймал рыбы за один заброс. За один заброс у нас уже вот столько рыбы. Класс. Ну вот мы приехали на это место. Здесь мы будем ловить это печенежское водохранилище, получается, Артемовский залив. И именно с этого моста, вот где стоят все сейчас рыбаки, мы будем ловить на живца. Там всегда большое скопление окуня, там достаточно много рыбы. И именно там сегодня мы будем ловить. И ловить мы сегодня будем, как вы поняли, летними снастями, живцом. Живца мы замотали вот в полиэтилен, чтобы он не разливался во время перевозки, транспортировки. Из-под этого моста тут как раз перепад глубины. Видно, здесь мелко. И уходит туда в глубину. Вот. Как раз здесь и будем ловить. Самое, так сказать, плохое в этой рыбалке, это то, что руки холодные получаются. Надо сразу брать тряпку и вытирать. Потому что сейчас вот приморозок небольшой. И сразу, ребят, получается, мерзнет рука. Ну, поначалу выбираем живчика побольше размера. Окунь любит побольше живчика. Цепляю я его за плавничок, осторожненько так, сверху. И вот, очень хорошо он ловится на горчачка в данном случае. У нас здесь стоит безинерционка, ну так, чтобы подальше можно было швырять, и поводок к основной леске. Есть, есть. Ах, сошел. Ну вы видели, как происходит поклевка, ее невозможно просто не заметить. Еще вот очень хорошо окунь вот этой пене стоит. Получается, слой пены вот есть, и дальше он уходит. В зависимости от погоды, от ветра, этот слой, ну, смещается то левее, то правее. И в этом вот таком сказать ручье пены, ну, чаще всего происходят такие поклевки. И вот у нас есть первый окунек, смотрите, хоть небольшой,
Вот, но все же мы поймали его на живчика. Поэтому можно ставить лайк, ребят. Ну и все, теперь остается только ждать с поплавочной удочкой, пока поплавок просто пойдет на дно, так же как летом вы ловите белую рыбу. И у нас снова окушок. Оба. Нормалек. Отличненько. Вот как мы. Смотрите, как живчика заглатывает. Хорошо, видите? Поэтому ловить очень легко. Ух! Съела. У меня съела. Ну вот таким образом ловим окуня. Видите? Супер просто. Ребята, я сейчас хочу погрузить подводную видеоудочку на жерца и поснимать с моста. Посмотрим, как будут происходить поклевки и как берет окунь. Надеюсь, у меня получится заснять кадр, где он именно подходит и берет жерца. Вот это будет классное видео. Ну вот так происходит рыбалка. Вот я держу поплавочную удочку. Рядом носятся машины. И смотрю на поплавок. Несмотря на то, что рядом пухают мужики, никто друг другу не мешает. Оба. Поклевка. Тянем. Окунь. Оба. Это такой нормальный. Сошел? Сошел, да? Ну вы видели, как он сошел в воду прямо здесь. Спрыгнул. И у нас снова окушок. Оба. Нормалек. Отличненько. Вот как мы. Смотрите, как живчика заглатывает. Хорошо, видите? Поэтому ловить очень легко. Ух. Съела. У меня съела. Ну вот, местные рыбаки хотят передать привет. Сейчас будут говорить. Так, как клюв? Район Печенецкий. Да. Клюв не очень периодически. Периодически клюв. А у вас как клюв? При этом мы обрезаем еще деревья. И да? Еще и сочиняем стихи. Да. А ну, синицы и птицы песенки поют. Мы деревья обрезаем и делаем уют. Так что мы красиво можем это сделать вам в нашем красивом микрорайоне. Здесь у нас еще остались экологические места, грибы, рыба. Что вас интересует, приезжайте, и мы будем вам рассказывать. Можем даже вас на экскурсию повезти, кому куда нужно. Кто этим интересуется, кто хочет, ходит в походы, всякие интересные путешествия. Поняли, поняли. Так что... Вот, если вам интересно, вот обращайтесь к ребятам, они вам предоставят, меня звать Владимир. Предоставят все услуги. Да, да. Да. Обращайтесь на эту. Вот, смотрите, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вот. О, и окунек у нас очередной. О, отдай живчика. Вот так вот. Ну вот так и рыбачим. Вот это самое. Вот так и выживаем, вот так и выживаем на окунях. На окунях. На 1000-гривневой купюре должны быть изображены окуни. Окуни, да. Вот это. Вот это правильно. Поняли, ребята? Так что вот такая бывает рыбалка. Пока ты ловишь рыбу, мужики рядом тоже ловят рыбу. Узнают тебя, передают привет и рассказывают стихи. И, так сказать, рекламируют свой вид деятельности, обрезка деревьев. Вот так бывает. Ну а мы в это время продолжаем ловить. И ловим окуня, вы видели. Прямо вот при вас достали только что на поплавочную удочку. В то время, пока на бомбочку у них ноль, ничего нету. Мы на поплавок ловим очень эффективно. Ну вон там вот ловят и другие рыбаки, вы их можете видеть. Но у них, знаете, вот не ловятся ни на другие снасти, ни на бомбочку, ничего. С утра был клев. Единственное, на что ловится сейчас, это вот только на живца. Но в нашем случае это 100%. Поэтому вот так вот ловим. Выпускаем его, пускай плывет. В этих камнях много окуня, тут вот много камней, он здесь как раз прячется.
Ответьте мне еще на такой вопрос. Куда зимой деваются чайки? Сейчас вот уже получается конец декабря, а у нас, смотрите, сколько чаек. Просто, у нас нету тут ни ТЭЦа, ничего, чтобы они где-то грелись. Просто куча чаек, вон они летают. И они, короче, тут питаются рыбой у нас. Вот они тут прямо сейчас идут, как я сказал, за мальком и ловят его. Короче, ребят, не знаю, вот кто знает, где они зимой, напишите, пожалуйста. Я бы подумал, раз так хорошо берет окунь, почему бы мне не собрать ультралайт и не побросать его прямо здесь вот. Прямо здесь вот, короче, с этого мелководья. И сейчас буду пробовать выхматывать окушков. Пока я вяжу ультралайт, на живца идут окуня один за одним. Один прям за одним. Просто вообще мелкие, правда, но клюют очень здорово, ребят. Вообще супер. Сейчас, думаю, начну ловить. Вот уже довязываю. Буду ловить на, значит, съедобочку вот такого цвета и чуть темнее. Думаю, должно пойти. Ребят, и у меня на первом же забросе есть окунь. Представляете, на первом же забросе на силикон я взял окушка. О, такого вот. Хорошая съедобочка у меня. Сразу клюнула. Вот сейчас вам буквально попробую показать, как он берет. Только делаешь забросик, вот. Отдай. Отдай приманку. О, плыви. Поправляем обязательно рыбку, чтобы она ровно была. И делаем сразу забросик. Даже, знаете, далеко бросать не надо. Просто вот делаешь подмоточку, паузу. И на съедобочку сразу берет. Главное подождать. Подождать, помормышить немножко. Коснуться дна, помормышить. Легкий спиннинг, наверное, возьму чуть-чуть тяжелее, чтобы дальше бросить. Вот, возьму, наверное, лайтик. Вот, и такими вот постукиваниями по дну с паузами окушок сразу берет. Сидел. Ждем. Ждем. Есть. Вы видели, есть. Идет просто один за одним. О, просто супер. Есть. Очередной полосатик. Оба. Иди сюда, иди сюда. О, очень хорошо клюет окунь сейчас, несмотря на то, что зима, на съедобочку берет просто супер, ребят. Очень хорошо заглатывает ее, и рыбалка просто класс. Ребят, ну буквально один за одним, удовольствие моря. Половили и на ультралайт, половили и на живца. Просто класс. Поклевка одна за одной происходит. Я бы сказал, просто класс. Thank you.
вот такая выдалась у нас рыбалка. Мы здорово порыбачили на живца, сняли подводные кадры и порыбачили на съедобку. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно напишите в комментариях, на что мне половить и где мне половить в следующий раз. И пишите, что поймали вы на прошлой рыбалке и где вы ловили. Всем вам удачи и хвоста не чеши!